Очень страшные новости. В Анапе людей госпитализировали после посещения аквапарка. Это действительно звучит очень жутко. В аквапарке Анапы произошел технический сбой в работе оборудования. В результате этого увеличилась концентрация хлора в воде. 9 посетителям потребовалась госпитализация. Среди госпитализированных оказались 5 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Также известно, что прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки. По предварительным данным, в аквапарке «Золотой пляж» произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Госпитализируют 5 детей и 4 взрослых, рассказали в мэрии. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что сбой в работе очистной аппаратуры произошел в одном из бассейнов, где люди катались с горки. Всего к медикам обратилось 15 человек. Часть из них после оказания необходимой помощи отпустили домой. Анапская межрайонная прокуратура организовала проведение проверки, добавили в прокуратуре. Дорогие друзья, на самом деле это прям вопиющий случай. Я хотел бы, чтобы такого никогда не происходило. Я сам был в этом аквапарке. Это один из лучших аквапарков России. И хочется, чтобы это было просто невозможным. Такие вот сбои. Больше контроля надо. Раньше вообще даже бассейн запускаешь, там столько надо было книжек заполнять, всего-всего. Сейчас, видите, немножко ослабили, так сказать, контроль за малым бизнесом. А в итоге вот происходят такие сбои. Здоровья, скорее всего, выздоровления всем тем, кто пострадал. И, ну, я не знаю, как беречься. Вы пришли, вроде бы заплатили деньги, там все должно быть безопасность на высшем уровне, на каждом стоит подъемник, внизу спасатели, ты считаешь, что ты в безопасности, и тут бац, вот какой-то технический сбой приводит к тому, что вы попадаете в больницу. Вот это жесткий отдых, ребятки. Не дай бог вам всем такого. Кстати, хотела сказать, что у нас дождь уже прошел, ливень закончился, выглянуло солнышко, дороги быстренько подсыхает, так что с погодой все хорошо. А по Анапе везде сообщают, что даже и не было капелек дождя.